Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по инвестиционному проекту. Плюс вчера успешно запустилась матрица Fast Moving. Работает в Telegram-бот. Сегодня буду выводить... Все делаю, друзья, в режиме онлайн. Не забываем о том, что это инвестиционный проект, а все, что связано с инвестициями, это всегда риск. Я рискую своими деньгами, вы же думаете сами. Как говорится, это дело хозяйское. Вот. Значит, хочу показать вам свои начисления. Здесь идут в перемешку и инвестиционные пакеты, и матрица. Значит, это у нас меня идет от 27 число, там как бы за вчера, а это вот сегодня, лишь бы Telegram не завис. Значит, ну, инвестиционные мы будем пропускать, и по порядочку это инвестиции идут, и матрица. Вот пошли начисления, сейчас будем смотреть. Вот еще даже ничего не пролистывала. Это инвестиции идут. Так вот, идет матрица. М3 рубли. Сумма 134 рубля. Идет реинвест М3 в рублях. И плюс пакет F3 в рублях. Это уже пакет инвестиционный, как бы это проталкивает. Так, далее это опять инвестиции идут. Вот пассивное начисление у меня идет с инвестиций. Как бы 2 из 30. Так, это все инвестиции. Мы будем смотреть только матрицы и потом поставим денежку на вывод. Так, тоже. Это все инвестиции. Так, главное меню. Клик вот мой кошелек. На балансе у меня 510 рублей. А вчера я еще активировала за 1 доллар инвестиционный пакет. Пусть себе капает, не спешаю. Мне спешить некуда. Так, 510 рублей. Кликаю вывод. Сейчас мы это вот здесь вот, лишь бы он не завис. Не забывайте вступать в чат. Есть чат. Я, естественно, есть в чате, но я читаю только информацию, просматриваю. Так, у меня Telegram забанен, и я писать не могу. Вот. У меня Telegram тупит. Сейчас мы проверим это все на вывод. Значит, вывод. Прописываем Pair кошелек. Не забывайте. Тут ставлю сумму 510. Так. Точка. 75. И выбираем валюту. Есть доллары, есть рубли. У меня рубли. Если я буду выводить в долларах, значит, выбираем доллары. Разгадываем капчу нашу любимую. Так, садим дрон. Готово. И создать заявку. Так, заявка на вывод средств успешно создана. Ожидайте, пожалуйста. Ожидаем главное меню.
Значит, здесь вот пакеты, здесь матрицы. Матрица доллар, матрица в рублях. У меня активировал на 4 матрицы. Да. Далее у меня пойдет уже автоматический автопереход. Последующая матрица как бы идет. И, естественно, реинвесты идут. Значит, заявка на вывод средств успешно обработана. И я должна получить 485 рублей на вывод. Переходим на почту. Так. А чё, ладно, так сделаем. Значит, пойдем на почту. Я кошелек-то и не открыла. Вот. Оповещение. Пожалуйста, плюс 485 рублей, 27.04, и вывод Fast Moving Bot. Все шикарно платит. У меня как бы сомнений нет. Я очень довольна, что я не прошла мимо. Вот. Оставить отзыв. Я не смогу оставить отзыв, так как я вам уже сказала то, что я как бы заблокирована. Вот. А так все вот добавляйтесь и читайте информацию. Пожалуйста, не забывайте. Вот. Ну, также есть живая статистика, вот чат, поддержка, мои настройки, транзакции, это все кликабельно. Пожалуйста, все можно. И о матрицах можно прочесть, о пакетах также можно прочесть. Вот эти матрицы, они продвигают пакеты инвестиционные тоже, как бы. Вот все взаимосвязано, все шикарно, все замечательно. Всем удачи, больших заработков. Вот мне пришла статистика 26-27 число. Вот. До новых встреч.